«Гнотисе аутон» – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии академик Павлов назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времен Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Хромеева Екатерина Евгеньевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, окончила факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета в 2009 году. Кандидатскую диссертацию защитила в 2015, работая в Институте проблем передачи информации под руководством профессора Михаила Гильфанда. После защиты проходила стажировки по биоинформатике в научных центрах Германии, а также в Китае и Нидерландах. С 2014 года Екатерина Хромеева занималась анализом липидома и транскриптома головного мозга человека под руководством профессора Сколтеха Филиппа Хайтовича. Она автор 38 научных статей. В 2021 году Екатерина Хромеева стала одной из 10 победительниц конкурса на соискание российской стипендии для женщин в науке «Лореаль ЮНЕСКО». Екатерина Хромеева в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Катя. Сегодня нам предстоит узнать об очень интимных внутриклеточных процессах, о том, как двухметровая нить ДНК укладывается в 10-микронное ядро, и как от качества этой укладки зависит работа, ну, например, центральной нервной системы. Вообще эти длинные биологические молекулы, полимеры, белки, нуклеиновые кислоты – они очень важны не только потому, что они несут информацию, они еще укладывают, они как бы не линейная значимая, то есть линейная тоже значимая, но очень важна их вторичная и третичная структура, то, как они укладываются, исходя из своей последовательности. И, например, от неправильной конформации, от неправильной свернутости белков-прионов зависит такое развитие такого заболевания, как, там, скажем, коровье бешенство. Ну, прионные болезни в настоящее время неизлечимы, не до конца поняты и, в общем, смертельные, одним словом. Но речь у нас сегодня не о них, речь о ДНК, о том, как трехмерная структура ДНК влияет на работу клетки и почему это важно для правильной работы мозга. Пожалуйста, Катя. Здравствуйте, очень рада с вами поговорить здесь сегодня. Давайте сначала поговорим о каких-то общих вещах, что вообще известно про то, как молекулы ДНК уложены в ядре. Ну, вот представим себе ядро клетки, да, оно же такое маленькое, клетки наши очень маленькие. А как вы правильно сказали, в каждой клетке должно быть запаковано целых 2 метра ДНК. Понятно, что эта ниточка, она такая тоненькая, но тем не менее, кажется, что это, ну, интуитивно кажется, что это такая сложная задача в маленькое-маленькое ядро запихнуть длинную ниточку. Вот. Ну, запихнуть-то это одно дело, но ведь ДНК же еще должна и работать. Да, у нас есть гены на ДНК, с них должна синтезироваться РНК, с РНК должны синтезироваться белки. Считываться информация. Да, вся эта машинерия должна работать. То есть ДНК не просто как-то так должна быть там плотно запакована в ядре. Там и действительно, из того, что сейчас известно ученым современной науке, понятно, что есть определенная структура того, как хромосомы в ядре упакованы, и это вот правила этой упаковки важны для работы генов. А именно, вот что мы сейчас знаем? Мы знаем, что в тех местах, где сидят гены, с которых активно синтезируется РНК, и впоследствии производятся белки, там хромосомы таким образом запакованы, что ДНК открыта. Да? То есть, как бы, опять же, интуитивно это тоже легко себе представить, потому что если бы она была закрыта, да, то туда бы не могли подходить всякие факторы, которые запускают транскрипцию, да, работу генов. Поэтому очень важно, чтобы вот в тех местах, где в данной конкретной клетке, в данный момент времени нужна активная работа генов, чтобы там
ДНК была открыта, потому что иначе ну, просто невозможно будет запустить работу генов. Вот. Но это вот такой вот, наверное, базовый, самая базовая концепция того, как вот мы сейчас понимаем, это все устроено и работает. Вот. Можно еще, наверное, немножко проговорить про то, какие сейчас есть методы современные, с помощью которых мы вот поняли, что оно все так устроено и работает, как я сказала. Самый простой метод, конечно, и древний, это просто посмотреть микроскоп на клетку. Это здорово, посмотреть микроскоп, но вопрос в том, что мы там увидим. Увидим мы там современные методы микроскопии настолько хорошие, что позволяют увидеть отдельные нитки ДНК в клетке. И это, конечно, здорово, что мы можем увидеть их, но, к сожалению, нету разметки никакой. То есть мы не знаем, где вот мы видим нитку, да, но мы не знаем, какая это хромосома, какой там ген в этом конкретном месте сидит. То есть если нас интересует какой-то конкретный вопрос, вот мы изучаем работу гена, связанную с каким-то заболеванием конкретного гена, мы его вот когда посмотрим в микроскоп, мы не можем его найти на этой картинке условно. Нам нужно как-то его пометить. Вот. Но методы для того, чтобы как-то пометить интересующие нас места, они на самом деле есть. Вот. И самый такой простой — это можно пришить к интересующему нас месту ДНК флуоресцентную метку. И эта метка под микроскопом будет светиться. Она будет выглядеть как точка такая зеленая или там красная. Я посмотрю, может быть. Да, у меня есть слайд про это. Вот на левой части картинки здесь показано, как это приблизительно может выглядеть. Да, вот мы можем какую-то пару, тройку, четверку интересующих нас мест в геноме пометить флуоресцентной меткой. Тогда, когда мы будем смотреть микроскоп, мы будем видеть не просто какую-то нитку, бесформенную. Вы метите какой-то белок, который будет активироваться в определенном месте под определенной регуляцией. Да, какой-то ген. Это речь идет о том, мы сейчас говорим только про ДНК, про белки мы не говорим, поэтому... Потому что похожих точек-то много в клетке. Найти нужную, это надо под определенную регуляцию. Ну, если мы хотим подробнее про это проговорить, то как это делать технически? Вот ДНК — это последовательность нуклеотидов, да, там есть определенные буковки. Ну и последовательность это в каждом месте генома, она уникальная. То есть если она будет достаточно длинная, то такое место в геноме будет, скорее всего, только одно. Поэтому мы можем искусственно синтезировать комплементарную последовательность по принципу комплементарности. Да? И таким образом вот именно это одно именно место, это место пометить. Но более точно таких мест будет два, потому что у нас от мамы и от папы есть две хромосомы. Строго говоря. Вот. Но за исключением этого, да. Вот, сами понимаете, что это, конечно, хороший способ, если мы изучаем один ген, может быть, два гена, там три гена, мы можем сделать такие метки, их синтезировать, посмотреть. Но если мы хотим полногеномную картинку получить, то так уже не получится. Потому что это нужно слишком много насинтезировать, таких меток, и вообще будет куча мала, там полная каша будет. Вот, то есть помимо того, что это дорого и трудоемко, даже если мы потратили деньги, все равно нам бы это не помогло разобраться. Вот, но все равно такой метод, он хорош, потому что, по крайней мере, каждую хромосому можно своим цветом покрасить, и там вот сколько, пару десятков меток таких получить, это тоже важно, и вот с помощью этого какие-то первые работы про упаковку ДНК в клетке были сделаны, получены вот такие картинки, как справа здесь показаны, то есть мы вот это... Не какая-то там компьютерная симуляция или что-то такое. Это вот реально то, что в микроскоп можно увидеть. Да? Мы просто в каждой хромосоме там метки своего цвета пришиваем. Вот. И благодаря этому важную информацию узнали, которая до этого не была известна, что каждая хромосома в ядре занимает определенную территорию. Да? Вот и соседствует с определенными. И соседство любит, предпочтительно любит соседствовать с определенными хромосомами. Не то, чтобы это какая-то прям вот жесткая такая картинка, которая... повторяется из раза в раз. Вот такое соседство. Нельзя сказать, что во всех клетках это строго одинаковая картинка. Понятно, есть какая-то вариабельность, если мы, скажем, такую усредненную картинку по большому количеству клеток построим, то она будет примерно вот так выглядеть. Вот. Все равно у каждой хромосомы есть предпочтение по соседям. Но и главное, что каждая хромосома, она как-то вот сама такую
сама с собой любит взаимодействовать, не то чтобы они все перепутаны и вот такой клубок образуют, а скорее каждая хромосома образует свой клубок, и уже вот эти клубки, они как-то в ядре уже соседствуют друг с другом. Вот, так, ну, наверное, мы можем еще немножко назад вернуться. Вот что еще вообще известно про то, как хромосомы в ядре упакованы, ну, более детально, да, вот мы поговорили, что есть вот эти определенные области в ядре, которые каждая хромосома занимает, они называются хромосомными территориями, да, ну, как какая-то территория в ядре, предпочтительно занятая хромосомами. Но это вот первый факт. Есть еще несколько известных фактов. Вот следующий важный из них состоит в том, что активные гены, они предпочитают находиться на поверхности вот этих хромосомных территорий. То есть если мы считаем, что каждая хромосома — это свой такой клубок, да, то активные гены будут на поверхности этого клубка, а не внутри. Опять же, тоже интуитивно понятно, почему так, потому что если бы активные гены были внутри, как бы туда подходили всякие факторы, запускающие, регулирующие их работу. Это было и потом сложно надо реализовать. Выйти потом, чтобы делать дальше свои да, дела. Поэтому гораздо проще такие активных ребят держать на поверхности, что там всегда что-то происходит. Да? Вот. Кроме того, известно, что есть такие вот совместно регулируемые гены. Если вот какая-то хромосома любит быть рядом с какой-то другой хромосомой, тут еще третья хромосома, то вот все эти активные гены на поверхности всех этих трех хромосом, они как бы ну, пространственно более-менее рядом находятся в ядре. Вот, и они могут быть совместно регулироваться, то есть какие-то факторы могут приходить и запускать работу сразу всех этих генов. Очень экономно. Да, экономно и удобно, если вот клетке нужно в какой-то момент там развитие или там жизни организма, да, получить белковые продукты с этих генов со всех вместе, не знаю, какой-нибудь путь там важный в развитии, например, запускается, да, она может прислать туда условно факторы, запускающие всю эту группу генов, да, и все это разом запустить. Вот, такие интересные вещи происходят. Ну, да, вот и, видимо, есть какие-то такие белковые регуляторы, запускающие совместно работу генов нескольких сразу, даже если они на разных хромосомах находятся. Вот, но это вот, наверное, такая более-менее современная картинка того, как все устроено. Ну, помимо микроскопии, да, мы с вами поговорили, что вот можно посмотреть в микроскоп, увидеть нитки, да, и можно использовать эти флуоресцентные метки, это метод FISH, так называемый Fluorescence in situ hybridization, когда вот эти метки делают. А в 2009 году появились другие методы, более современные, для того, чтобы полногеномно картинку упаковки хромосом получить, да, потому что мы проговорили, что с помощью вот этих флуоресцентных меток можно только, ну, может быть, десятки каких-то мест в геноме пометить. Вот. Но благодаря развитию технологии секвенирования мы теперь можем получить картинку для всего генома, не для каких-то отдельных десятков интересных мест. Вот. Мы можем как бы для всех, абсолютно всех участков в геноме получить информацию о том, насколько часто они любят контактировать со всеми другими участками попарно в геноме. Да? То есть представляете, карта такая, мы получаем в результате именно что карту контактов, карту частот контактов, вероятности контактов участков хромосом друг с другом. И я хочу подчеркнуть, что это именно частоты и вероятности контактов, потому что мы здесь не говорим о каждой конкретной клетке и о том, как вот в каждой клетке это уложено. Такие методы в последние годы тоже появляются, но они еще не до конца развиты. Поэтому про что я сегодня буду говорить, это всегда миллионы клеток, усреднение по миллиону клеток, такая средняя температура по больнице в каком-то смысле, но это хорошая средняя температура, потому что она говорит... Ну, частотность, как бы, да, в общем, во многих областях используется. Если мы хотим понять, там, какой участок ДНК любит с каким контактировать, нам это подойдет, потому что ну, вот, в большинстве клеток или, там, он преимущественно будет с такой вероятностью контактировать. Вот. Ну, не знаю, нужно ли рассказывать про то, что такое секвенирование. Можно, наверное, упомянуть? Ну, в принципе, наша аудитория врачебная, но, в общем, чтение ДНК. Да. Мне очень не нравится, когда говорят расшифрован геном. Вот, и, может быть, у меня какие-то фанаберии. Да, у меня просто, потому что расшифрован код, ну, код один. Код, он один для всего живого. В 68-м году, кажется, Нобелевскую премию за его понимание дали. И
и забудьте. Три нуклеотида, одна аминокислота. Вот это код всего живого на Земле. Может, на других планетах иначе. То есть его не расшифровывают, но читают ДНК, и давайте, пожалуйста, да, мне нравится такое, да, определение, что вот ДНК состоит из нуклеотидов, да, если мы хотим определить последовательность генома в наших клетках, mm-hmm. да, вот секвенирование — это и есть определение последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК, в хромосомах. Вот. Но не все так просто, конечно. Прежде чем что-то отсеквенировать, да, установить последовательность нуклеотидов ДНК, надо сначала выделить из клетки. Это там целая отдельная экспериментальная процедура, mm-hmm. не такая простая. Вот. И кроме того, есть такое ограничение у методов секвенирования, что нельзя прочесть молекулу ДНК целиком. Мы не можем, вот в секвенатор, в прибор, который делает секвенирование, мы не можем туда засунуть целиком хромосому. И получить на выходе всю. Так не работает, да. Он, к сожалению, читает только случайные кусочки, случайного размера, небольшого размера кусочки. Поэтому ДНК предварительно режут на такие маленькие кусочки и вот их читают. Я так понимаю, что главное искусство собрать потом эту информацию. Именно. Собрать ее в геном. Именно. Это целая отдельная область. Как, поправьте меня, как называется этот термин? Хорошо прочитанное, плохо прочитанное. Это чем больше раз прочитают и выверят, как бы, результат, тем лучше прочитанным считается геном. Да. Один раз прочитанный, он собранный, и он как бы такой плохонький считается. Простыми словами, мы должны нарезать много-много кусочков, причем, ну, у нас же много клеток, в каждой клетке мы на свои, в разных местах эти кусочки будем получать, да, поэтому они будут перекрываться, и каждый кусочек нам нужно много раз прочесть. Вот. И если вы себе представите, да, что вот у нас как бы есть много кусочков, перекрывающихся, mm-hmm. каждый много раз прочитан, то у нас как бы каждый участок ДНК, он избыточно очень. Mm-hmm. Много-много раз прочитан, за счет того, что есть перекрывание. Мы можем там алгоритмами всякими mm-hmm. сложными всю эту информацию переварить и вот. То есть чем больше вы прочитали, тем больше уверенности в том, что оно соответствует, да, действительности. Да. Потому что если мы мало прочтем, у нас неизбежно будут какие-то непокрытые места, mm-hmm. ну просто потому что это случайный процесс, mm-hmm. там где-то что-то не дорезалось, не знаю, не дочиталось. Вот. Если мы много-много раз прочитаем, то мы как бы почти уверены в том, что мы все-все прочтем. Вот. Но это целая отдельная область, сборка геномов из последовательности и вот этих вот кусочков. Это не совсем то, чем мы занимаемся. Это не новый вариант коронавируса прочитать, который можно быстренько за несколько дней. Но в любом случае сейчас прогресс уже большой в этой области. Есть специальные программы, где вот для нас сейчас, для исследователей, это уже не какой-то rocket science. Мы просто там используем стандартный набор реагентов, который вот разрезает ДНК на кусочки. Отдаем в компанию, которая делает секвенирование, потом применяем уже готовую программу, которая собирает. Mm-hmm. Да, в принципе, это не так сложно. Сейчас, там, 10 лет назад, mm-hmm. это было, конечно, космос. Вот. Но в любом случае, вот эта проблема есть. Я просто хочу как бы на это внимание обратить, что не все так просто. Вот. И в том числе в методах, которые упаковкой хромосом занимаются, вот эти карты контакта mm-hmm. позволяют установить эту проблему, все равно есть, потому что там все равно кусочки. Их нужно каким-то образом собирать. Вот. Но если мы много-много таких кусочков сделаем, мы тогда сможем получить хорошую карту, действительно про все контакты достоверно узнать вот, как бы, вероятности контакта всех участков ДНК со всеми. Но нам нужно вот очень много насеквенировать. Это очень дорого. Особенно это дорого для человека, для млекопитающих, потому mm-hmm. что у человека млекопитающие геномы большие. Mm-hmm. Поэтому часто мы какие-то исследования делаем на более простых организмах, типа амеб, mm-hmm. просто потому что там геном на порядок или на два порядка меньше, это значит, что нам нужно на порядок... То есть для того, чтобы понять принципы, этого достаточно? Да, для того, чтобы понять принципы, этого mm-hmm. достаточно, а зато нам нужно на два порядка меньше денег потратить mm-hmm. на исследования. Очень часто вот этим пользуются, особенно в нашей области, потому что вот когда мы про упаковку хромосом говорим, нам нужно на самом деле насеквенировать в квадрате больше, угу. потому что нам нужно карту получить, она получается двумерная, это не просто геном угу. прочесть, а про все пары, да, контактов. Да, да, это, да, получается, что нам нужно еще на порядок угу. больше насеквенировать, чем в других областях, и это прям очень дорого. Вот. Но в итоге всех этих мучений мы можем получить прям модель упаковки хромосом в ядре, все узнать про то, кто с кем дружит и занимается чем в геноме. Вот. Ну вот примерно так карта выглядит.
готовое, да, и можно себе представить, что вот тут все, допустим, одну хромосому мы возьмем какую-то из генома, да, и как она сама с собой контактирует. Вот, как видно, на этой карте есть яркая диагональ, и чем ярче здесь цвет, чем более он красный, тем выше вероятность контакта, да, тем чаще что-то с чем-то контактирует. Ну и понятно, в принципе, тоже, если немножко про это подумать, почему диагональ такая на карте есть, да, потому что если что-то линейно близко на хромосоме, два каких-то участка, им деваться некуда, кроме как и в пространстве рядом друг с другом контактировать, да, они же не могут разорваться и уйти куда-то в разные концы ядра, да, и придется вот где-то из вместе принципа, болтаться. Да, придется мириться, да. Поэтому вот от того, что рядом на хромосоме, у них и вот частота контактов неминуемо будет высокая. А от того, что далеко, ну, там по-разному может быть. Там есть и какие-то синие точки, где мало контактов, есть что-то такое поярче. Да, какие-то, да. Ну, есть и вот какие-то, очевидно, не случайные, прям яркие такие пятна, которые, видимо, вот каким-то таким значимым, далеким, но значимым взаимодействием соответствуют. Это все интересно изучать. Вот, ну давайте мы посмотрим, вот приблизимся в эту диагональ, все-таки в контакты таких линейно близких участков относительно друг с другом, что там вообще происходит. А происходит там интересное. Вот если это все увеличить, взять маленький кусочек хромосомы, увеличить, давайте для удобства вернем на 45 градусов, просто для удобства так, на бочок, и еще приблизим. И вот у нас вот так будет картинка выглядеть, прям вот в максимальном увеличении. Вот тут у нас хромосома, да, теперь она вот стала по горизонтали, да, и опять же яркость пикселя, точки на этой карте отражает частоту контакта двух участков. То есть если мы смотрим на какой-то вот сюда, например, на вот этот пиксель, он говорит нам о том, как часто контактировал вот этот участок ДНК с вот этим вот участком ДНК. Да? Вот. Ну и вот что, глядя на эту картинку, можно увидеть, что есть такие треугольнички на карте. Очевидные такие яркие треугольнички. Ну, опять же, если мы про это немножко подумаем, в голове попытаемся представить, чему эти треугольнички могли бы соответствовать в реальном физическом смысле, то мы поймем, что вот внутри этого треугольничка все участки ДНК друг с другом любят контактировать, потому что яркость пикселей у всех ребят внутри треугольничка большая. Но если все они контактируют, значит, это можно интерпретировать только как какой-то клубок. Клубок. Плотный такой клубок, запакованный ДНК. Вот. А между этими треугольничками, очевидно, контактов мало, да, значит, там что-то такое рыхлое. Пропуски, да. Да, видимо, какие-то просто такие нитки развернутые. Вот. И тоже, что, как бы еще что, тоже из этого можно понять, что разные клубочки друг с другом не любят контактировать, да, то есть они как бы в какой-то своей отдельной жизнью живут. Вот. Но не совсем, потому что если все-таки на эту картинку посмотреть, то можно заметить, что вот там пять соседних клубочков, они образуют все-таки еще один такой треугольник. Да, то есть они, видимо, как-то все-таки рядом в ядре живут и друг с другом до какой-то степени могут смешиваться. Ну, вот, только до какой-то степени. Интересно. Вот так все интересно устроено. Есть какая-то иерархия этих самых клубочков. Совершенно. Вот, эти клубочки называются топологическими доменами по-научному. Ну, я буду продолжать их называть клубочками по-простому. Ну, просто, может быть, для специалистов упомяну. А, вот, и наша, собственно, группа вот изучением этих самых клубочков и занимается в основном, потому что их вот недавно совсем открыли, где-то, наверное, в 2009 году только начали их описывать, а свойства. Ну, вы теоретики считаетесь все-таки? Или у вас есть и мокрая часть, что называется? До 2021 года мы были чисто теоретиками. Понятно. С 2021 нам пришлось мокрую завести себе кухню, потому что просто финансирование на науку сейчас тяжело получать, если ты теоретик. Понятно. Надо что-то делать такое более прикладное, значит. Ну, а то, что называется аутсорс, это все-таки не тот случай. Ну, да, мы пытались, да, мы до сих пор очень много коллаборируем, работаем вместе с группами мокрыми, вот. Но все равно имеет это имеет смысл самим изучать то, что сам потом будешь анализировать. Да, немножко это не то, когда не все-таки держишь в своих руках целиком исследование. Потому что аутсорс, он и есть аутсорс. Наверное, доросли до того, чтобы все-таки самим делать все
все-таки так лучше. Мы как бы сами и планируем исследования с самого начала и решаем, какие образцы брать, какие эксперименты делать и анализы. Надежнее, так надежнее. Да, потому что когда с кем-то работаешь, это здорово и замечательно, и наши коллабораторы, они все прекрасные ученые. Вот. Ну, понятно, что в каждой группе есть какие-то свои приоритеты. Ну, конечно. Часто получается так, что мы вынуждены ждать, хотя нам это интересно. Нам этот проект может быть максимально интересен. Но а для них он, для них один он какой-то из... вторичный, да, уже, да, понятно. У них есть там свои какие-то гранты, приоритеты, что они хотят изучать. Вот, это не очень удобно. Ну, так что мы пытаемся. Благо, есть сотрудники, которые умеют и анализ данных делать, и эксперименты. Что? Очень удобно. Вот, ну и вот мы, собственно, изучаем эти клубочки. Почему вообще их важно? Почему эти клубочки, топологические домены, нужны, важны и интересны заниматься их изучением? Потому что это не просто структура. По всей видимости, есть у них функциональная роль, и роль эта очень важная. Вот давайте на примере двух таких клубочков рассмотрим, что может происходить. Ну вот есть вот левый, да, клубочек, левый домен и правый домен. В левом домене сидит свой ген какой-то, ну, для простоты, допустим, что там один ген, да, и есть какой-то регулятор. Регулятор — это какая-то последовательность на ДНК, на которую может садиться белок, регулирующий, запускающий работу гена или активирующий синтез РНК с какого-то гена. Вот. Ну и поскольку вот мы уже поняли, что разные клубочки — это разная жизнь, да, то регулятор будет запускать только работу гена, находящегося в том же самом клубочке. Потому что в соседний клубочек он не пойдет, они никогда, там, этот клубочек с этим никогда не контактируют. Да, у них, ну вот прям тут схематично, стена. Конечно, но можно сказать, что стена есть такая разделяющая. Вот, конечно, в биологии нет никаких стен. Нет, ну, понятно, но, да. Воображаемая. Воображаемая стена. Вот. Ну, а теперь мы представим, что какая-то болезнь случилась, да, поломалась вот эта структура из клубочков, разрушилась эта стена, и вот левый с правым начали смешиваться, контактировать друг с другом. Ну, и что тогда произошло? Что вот этот регулятор из левого клубочка, ему стал доступен ген из правого клубочка, и он запустил его работу. А этого не должно было случиться. Может, это какой-то ген ненужный совершенно в этих клетках в данный момент, какой-то вот вызывающий какой-то патологический процесс, да? И такие механизмы действительно известны, то есть это то, что я здесь показываю, это, конечно, ну, какая-то такая модель. Не, ну понятно, модель, что это просто описание идеи. Да, описание идеи, но есть реальные заболевания, которые вот ровно по такому механизму работают, что нарушилась упаковка ДНК, нарушилась структура этих клубочков, либо два клубочка отдельных вместе соединились, да, в результате какой-то поломки генетической, либо наоборот, был один клубочек, он на два разделился. Вот, есть всякие неприятные заболевания. Господи, даже рак прямой кишки такой. Да, вот очень много всяких онкологических заболеваний. Я здесь только несколько привела, на самом деле их больше. Нарушение упаковки. Да, глиомы, вот очень много, причем разные подтипы есть. Глиом там тоже связанный с упаковкой хромосом. Причем там очень четко показана вот именно причинно-следственная связь, что именно через упаковку вот механизм заболевания происходит. Вот здесь один пример на картинке слева из статьи. Тут что произошло очень интересно. Генетическая поломка такая произошла у пациента, что кусок ДНК развернулся на хромосоме. То есть он не пропал, то есть не делеция, не инсерция, там, не вставка, не потеря куска, а просто вот его разворот градусов, на 180 градусов. Казалось бы, ничего страшного, да? Все гены вот тут... Ну да, они квадратиками есть, как бы, да. 5 генов обозначены. Они как были, так и есть. Какая разница, казалось бы, как они развернуты. Оказывается, разница очень большая, потому что до поворота вот регулятор, вот этот оранжевенький кружочек, он был в правом клубочке. И регулировал только вот эти вот гены, ну вот в этом фрагменте, который был повернут. И все нормально работало. Но теперь, когда у нас разворот произошел на 180 градусов, вот этот регулятор, он перешел в левый клубочек. И что случилось? Он начал регулировать гены, запускать работу генов из этого левого кружочка, что совершенно не должно было происходить. Вот. И это привело к запуску патологического процесса какого-то. Вот. Поэтому... И вот таких примеров довольно много уже сейчас известно.
И я думаю, что в ближайшие годы будет все больше и больше появляться, просто потому что технология новая, сейчас не для такого большого количества заболеваний. Вообще вот эти карты контактов получены, да, и как только мы будем, как только исследователи произведут достаточное количество таких карт контактов для разных-разных заболеваний, мы поймем, что вот много где есть что-то вот именно в регуляции работы генов через упаковку ДНК, что может приводить к развитию заболеваний. И мы тоже работы в этом направлении ведем. С этого года начали заниматься изучением того, как упаковка ДНК может быть связана с разными психическими расстройствами, с шизофренией в частности, потому что есть несколько работ, которые пока косвенно, они не получали пока такие карты для шизофрении, не сравнивали их со здоровыми, с картами для здоровых, для контрольных групп. Вот. Но вот по косвенным данным кажется, что может быть, если мы такие карты получим и сравним их, да, между больными и здоровыми, найдем какие-то отличия, может, мы сможем понять, какой-то найти один из механизмов, может быть, приводящий к развитию психических расстройств. Вот. Но это пока что наши планы такие дальнейшие. Но все равно я бы хотела рассказать про то, как нам кажется, упаковка ДНК может быть связана с работой мозга и с расстройствами психики. Ну вот просто это наше направление, одно из, конечно, есть много разных заболеваний. Ну уже есть результаты, давайте показывайте нам. Давайте вот про это поговорим. Ну, поскольку аудитория у вас медицинская, наверное, не надо сильно много рассказывать про то, что такое психические расстройства. Ну, вы лучше меня, наверное, знаете. В нашей аудитории есть и психиатры тоже. Да. И не только студенты, а уже состоявшиеся. Ну вот здесь перечислено. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть такая классификация психических расстройств. По этой классификации... Есть разные классификации, но вот по той, которая мне, наверное, кажется, более приемлемой. К психическим расстройствам относятся депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, другие психозы, деменция, умственная отсталость и расстройство развития, включая аутизм. Я сейчас буду рассказывать про то, как упаковка ДНК может быть связана с психическими расстройствами на примере аутизма, но на самом деле нам кажется, и литературные данные говорят о том, что практически все из перечисленных психических расстройств, если и имеют связь с упаковкой ДНК, то, видимо, механизмы там очень похожи. Одинаково. Да. Вот, поэтому все то же самое я могла бы рассказывать и про шизофрению, например. Вот. Ну, что такое аутизм? Аутизм — это расстройство развития, которое может проявляться через нарушение социального поведения, коммуникативных функций. Ну, здесь имеется в виду расстройство аутистического спектра. Да, так, да. Просто для краткости, для простоты. Для краткости, да. Именно, что буду называть это аутизмом, но нужно иметь в виду, что у меня спектр. Здесь написано, что это целый спектр заболеваний с разными комбинациями симптомов. Да. Бывают легкие, бывают очень тяжелые. Вот. Ну, просто пометим это, да. Все это как бы пока что в общую кучу сваливаем, потому что для данного исследования это не так важно, но все равно нужно иметь это в виду. Вот. Почему вообще важно заниматься изучением аутизма? Потому что это достаточно распространенное заболевание. Вот. И частота постановки диагноза аутизма она растет с каждым годом. Хороший вопрос, почему она растет? Да. Может быть, конечно. Ну, вы знаете, вот буквально на днях я видела сообщение CDC, это Центр контроля заболеваний, они пишут, что у них выросло очень значимо в связи с введением новых критериев. Да, да. За последние, вот я не помню, в каком году они, вот в 18-м, что ли, ввели новые критерии, тут же выросла заболеваемость, да, вот они прямо вот пометили это. Да. Не факт, что заболеваемость действительно растет, скорее всего, просто диагностировать стали. Да и, может быть, стали лучше диагностировать, вряд ли там в начале 19 века кто-то вообще ставил такой диагноз и водил детей. Ну, подумаешь, там не общается, в глазки не смотрит. Да. Ну, такой. Вот, но в любом случае причины аутизма до сих пор неизвестны до конца, и определенного лечения не существует, и ну, мы должны пытаться что-то в этом направлении сделать и как-то попытаться понять механизм этой болезни, если мы хотим какое-то лечение найти.
Вот. Ну, вылечить аутизм пока нельзя, но помочь, конечно, можно. Можно делать какие-то разные симптоматические терапии, да, там, кому-то помогут занятия с логопедом, кому-то физиотерапия, кому-то инклюзивное образование. Поскольку расстройство аутистического спектра — это целый спектр заболеваний, да, симптомы могут быть очень разные, и каждому конкретному пациенту что-то свое может помочь. Вот. Так что тут нужен индивидуальный подход. Вот. Ну, я не врач, и более подробно про это не буду говорить, просто вот хочу упомянуть, что мы можем сделать как ученые. Да? Мы и тысячи других ученых по всему миру пытаются найти лекарства, но прежде чем мы это лекарство сможем найти, да, чтобы что-то вылечить, нам нужно сначала понять, что сломалось в клетках больных аутизмом. Да? Тогда, может быть, мы сможем представить себе механизм развития заболевания и понять, как мы можем компенсировать эти поломки. Вот этим мы и хотим заниматься. Ну, что вот известно сейчас про механизм возникновения аутизма? По всей видимости, заболевание — это генетическое, по большей части. Вот. Почему мы так думаем? Почему вообще ученые так думают? Потому что, по всей видимости, важен пол в развитии заболевания. До 80% — это мальчики, что, видимо, тут что-то сцеплено с половыми хромосомами, как иначе это можно было бы себе представить. Вот, это первый факт. Второй факт состоит в том, что у обоих близнецов аутизм встречается с частотой от 60 до 90%, да, то есть если у одного, то и у другого. Но частота — это не 100%. Это значит, что есть какие-то видимые другие факторы. Не только генетические. Или наоборот, компенсаторные механизмы. Да, либо какие-то. Что-то тут сложнее, чем просто. То есть абсолютно точно, что это не все так просто. Нет никакого одного гена, который сломался, одной поломки в геноме, которая сломалась, да, и привела к развитию аутизма. По всей видимости, тут все сложно. Вот. Но что еще говорит в пользу генетики, что у обоих братьев и сестер он часто тоже встречается. 19% — это не случайная, да, частота. И аутизм часто совмещен с другими генетическими заболеваниями. Вот. Но также есть работы про то, что всякие токсины во время беременности, например, пестициды, приводят к аутизму. Про качество этих работ я не буду говорить, но потому что я не специалист. Но, тем не менее, вот такие работы тоже есть. Возможно, и среда каким-то образом влияет на развитие этого заболевания. Вот. Но, как мы уже сказали, абсолютно точно это не один ген. Есть много таких поломок. Вот. Всего 3% случаев аутизма, видимо, объясняются поломкой в одном гене. Вот. А остальные 97% — это что-то более сложное. Ну, может быть, еще 5-10% вызывается какими-то понятными хромосомными аномалиями или нарушениями копийности, но это как в синдроме Дауна, да? Есть что-то там, лишняя хромосома, так и здесь. Может быть, либо какой-то фрагмент хромосомы. В общем, что-то, что мы можем легко диагностировать и увидеть, да. Но это вот еще, может быть, 5-10%, и плюс какие-то одиночные мутации, когда там один нуклеотид заменился в каком-то гене, вот только одна эта поломка привела к развитию аутизма. В общем, такие простые и понятные генетические причины, они, может быть, 15%, 20% объясняют от всех случаев аутизма. Остальные 80-85% — это непонятно что. И непонятно что это, по всей видимости, потому что мы просто не можем разобраться. То есть, видимо, есть много-много поломок в разных генах, причем у каждого пациента своих, и мы просто, не понимаем, как вот эта совокупность вся изменений у данного конкретного пациента отличается от простой изменчивости, да, которая вот разных людей друг от друга отличает. Да. Почему это можно вообще с аутизмом связать? Другими словами, аутизм — это такое гетерогенное заболевание. По всей видимости, вот есть все пациенты, больные аутизмом, есть, видимо, какие-то подгруппы внутри этих пациентов. Да, вот в одной подгруппе есть свои какие-то поломки в своих местах генома, в другой подгруппе в других местах генома, в третьей подгруппе в третьих местах генома. Подгрупп таких, вероятно, очень много. Не три, это условно. Да, это условно, видимо, их там десятки. И проблема в том, что мы не знаем, мы не можем пациента как каждой подгруппе отнести. Я вот здесь их так для удобства раскрасила в красные, синие, зеленые цвета. Но если бы мы знали, да, мы же не знаем, кто красный, кто синий, кто зеленый. Вот. Видимо, есть еще и какие-то переходные между этими подгруппами случаи.
Вот. И когда мы начинаем это изучать, если бы все было не так сложно, если бы была бы какая-то гомогенная группа, да, мы бы что сделали? Мы бы просто взяли контроль, какие-то, ну, здоровые образцы, да, образцы больных. И вот, например, уровень активности гена вы измерили, сравнили, увидели. Вот в этом гене вот, там, уровень активности у больных в 5 раз ниже, чем у здоровых. Наверное, вот этот ген и важен для развития болезни. Да? Можем попробовать его скомпенсировать с помощью какого-то лекарства. Вот это простой, понятный механизм. Но в аутизме, видимо, так не работает, потому что есть эти подгруппы. Видимо, там в первой подгруппе вот этот конкретный ген он повышен по сравнению с контролем, да? Во второй понижен, а в третьей вообще такой же, как в контроле. Да? Ну, а там у других генов другая картина. Ну, и мы же не знаем вот этого разделения на подгруппы. Мы видим только среднее. А среднее, оно примерно такое же, как контроль. И вот поэтому не получается выделить никаких таких понятных мишеней, что ли, для которых мы могли бы потом лекарство или какое-то компенсаторное лечение придумать. Вот. Видимо, в каждой подгруппе вот есть какие-то свои поломки. Но это было бы очень просто, если бы там в каждой подгруппе еще бы хотя бы одна была бы поломка. Но, видимо, в реальности все вообще суперсложно, потому что в каждой подгруппе есть там десятки, если не сотни каких-то мутаций, да, и в разных местах. И, в общем, как это все, как в этом всем разобраться, совершенно непонятно. Но все-таки такие попытки разобраться в этом ведутся. Например, вот в 2009 году, в 2019 году, вот это последнее, наверное, самое большое исследование из тех, что мне известно, оно взяло, в нем сравнивали аж целых 18 тысяч пациентов, 27 тысяч контролей, и пытались все-таки вот какие-то общие выявить, поломки что-то выявить, в надежде, что если мы возьмем такую большую когорту, несмотря на то, что там все так сложно, все равно вот статистически что-то пусть там они вот эти маленькие такие отличия, но что-то вот они будут больше, чем у здоровых людей. Ну вот, несмотря на такое масштабное исследование, всего 5 поломок общих нашли. Ну и все равно хорошо, что хотя бы 5 нашли, потому что, по крайней мере, одна из них, вот у меня нет про это слайда, но, по крайней мере, одна из них, она в значимом гене, в каком-то вот, который кажется, что функционально можно связать все-таки с развитием заболеваний, может быть, это можно сделать мишенью для какой-то терапии, там, лекарства и так далее. Вот, но все, что я вам рассказывала сейчас про аутизм, мы уже сказали, можно перенести на другие психические расстройства, потому что вот эта вот вся штука сложная с гетерогенностью, там абсолютно то же самое. И в шизофрении, и в депрессии, и вот, наверное, в других психических расстройствах, ну, по крайней мере, из того, что мы сейчас знаем. Ну, вот, например, при шизофрении то же самое, такое же исследование сделали, как в аутизме, другая работа 2014 года, тут еще больше взяли пациентов. 36 тысяч, еще больше контролей, ну и поскольку больше взяли, больше нашли, да, 108 нашли таких мест в геноме, где есть какие-то мутации, отличающие больных от здоровых, и 108 это на самом деле уже очень хорошо, с этим можно работать, пытаться понять, там, в каких они генах находятся, ну какой-то вот, хочется же механизм, да, какой-то понять, вот, ну, так-то 108 поломок, ну просто какие-то мутации в каких-то непонятных местах ДНК, как они вообще с развитием заболевания связаны. Хочется же какую-то механистическую картину. Но вот механистической картины до сих пор нет. То есть, несмотря на то, что исследования такие есть, места в геноме 108, там, в случае шизофрении, 5 случаев аутизма известны, да, где. Но, как правило, это все не в генах. Это просто в каких-то некодирующих областях генома. Так это регуляция? Значит? Да. Именно. Это кажется, это что, кажется, что именно в сторону регуляции надо регуляция смотреть, потому что вот в случае аутизма, я говорю, одна только из этих мутаций в гене, остальные вот непонятно где. В шизофрении тоже там несколько из них в гене, но остальные непонятно где. И ведь если они важны, скорее всего, это какие-то регуляторы, да. Это логично. Вот, логично это предположить. Ну вот поэтому нам и кажется, что нужно заниматься регуляцией. А регуляция, как мы знаем, через упаковку. ДНК и, видимо, по большой части, по крайней мере, и происходит. Вот. Ну, как в этом все можно разобраться? Да, мы знаем вот это то, что называется центральной догмой молекулярной биологии, что с ДНК синтезируется РНК, с РНК белки. Ну вот синтез РНК
ДНК с генов запускают регуляторные последовательности. Это какая-то последовательность, регулятор на ДНК определенный. Вот на эту последовательность может садиться белок, регулирующий работу гена, запускающий работу гена. Да? Но регулировать, запускать работу гена он начнет только если он физически в пространстве окажется рядом с этим геном. От того, что вот если есть ген где-то на хромосоме, регулятор где-то далеко на хромосоме, если на регулятор что-то село, гену все равно ничего не произойдет. Они должны как бы в пространстве ДНК встретиться друг с другом. Да. Вот. Это же все через упаковку происходит. ДНК должна каким-то образом выпетлиться. Поэтому вот и важна вся эта история с клубочками, с этими топологическими доменами, про которые мы говорили. Да? Если гены регулятора окажутся внутри клубочка, они будут уже физически рядом друг с другом, и тогда уже вот регулятор запустит работу гена. Вот. Поэтому если мы хотим понять, как вот эти вот поломки, найденные при шизофрении, связаны с работой генов, нам нужно искать что-то такое в упаковке, связывающие эти поломки с какими-то рядом, ну или не совсем рядом находящимися генами, которые уже, в свою очередь, могут быть важны для развития заболевания. Мы должны искать какие-то вот, вот как на этой схеме, какие-то места в упаковке, где вот в норме, да, есть, например, стена, да, между двумя клубочками, вот этими топологическими доменами, а, например, у больных эта стена разрушилась, и вот регулятор из соседнего клубочка начал регулировать чужой ген, который он не должен регулировать. Вот, видимо, такие случаи мы должны искать, если мы хотим найти что-то, отличающее больных шизофренией, аутизмом от здоровых, и понять, вот в каком месте есть поломка, и каким-то образом связать их с работой генов, как-то в механизме разобраться. Вот. Но чтобы это сделать, нужно получить карту контактов не только для здоровых, но и для пациентов, больных разными заболеваниями. Вот. Ну и вот, видимо, это то, чем мы будем заниматься в ближайшие годы. Наша гипотеза, она как раз в этом и состоит, что есть где-то какой-то ген на ДНК, да, есть где-то какой-то регулятор, возможно, очень далеко от него на хромосоме, линейно далеко, да, но, видимо, в пространстве этот регулятор и ген, они находятся рядом. И вот, может быть, есть какая-то поломка. А поломка, она касается, собственно, упаковки. Это может быть и поломка в упаковке. То есть это может быть, вот как мы с вами рассматривали этот пример с поворотом, да, где, в принципе, в ДНК все то же самое, что и было, но повернулось, и это привело к разрушению вот этих клубочков. Да. Это может быть и просто какая-то мутация, но мутация в регуляторе. Может быть, этот регулятор просто неизвестен еще. Да? Мы сейчас, ну, нам кажется, что это поломка просто где-то, вот непонятно, где там ничего нет. А может быть, там на самом деле регулятор какой-то сидит, просто его еще не нашли. Вот. И мы еще не знаем, что это регулятор, что он запускает работу гена. Может быть, это просто одиночная мутация. Но для этого вам нужно тесно контактировать с теми, кто занимается, собственно, изучением этих. Потому что вот тут консорциум, вы показали статью, главу, это международный консорциум, а есть же и российский консорциум. Да, мы ровно это и делаем. Мы сейчас коллаборируем с Алексеевской больницей. Вот то есть вы уже наладили контакт с ними, да? У нас с ними совместный грант, совместная работа. Вот они нам помогают, собственно. Ну, мы делаем вот часть работы такую теоретическую. Потому что вот Александр Кибитов у нас был в прошлом, кажется, году, по-моему, руководит российской частью консорциума. Он рассказывал тоже там, конкретики пока еще мало. Ищут по всему миру, ну, вот ищут. Все ищут, да. Я вот, видите, все тоже ищут. Вам говорю, это наша гипотеза. Гипотеза, пока, ну, да. Красивая гипотеза, на гипотеза красивая, очень хочется, чтобы это сработало. Мы сейчас вот на этапе получения вот этих карт для здоровых и для больных. Вот мы собрали образцы, у нас уже есть там коллекция, пока не очень много, около 20, наверное, образцов. Вот. Ну, и в чем особенности, наверное, красота исследования, потому что мы берем образцы мозга. Это вообще так мало кто делает в мире, потому что просто методически с образцами ткани, вот эти все методы, про которые я говорила, они хуже работают, сложно. Вот большинство вот этой всей науки про упаковку, она была сделана на культурах клеток. Ну да. Тогда берут чашку Петри, там с ними просто проще работать. Да, просто быстренько. А тут, когда берешь образцы реальные, вот от пациентов, там всякие сложности возникают, потому что это же всегда посмертальные образцы, они всегда там замороженные, к нам уже да. К нам они там уже полежали, да, пришли вот не совсем в хорошем виде. И когда мы берем там замороженные образцы, пытаемся с ними что-то делать, вот мембраны клеток, они не сохраняются, остаются только ядра, просто
потому что при разморозке лопаются эти мембраны. Угу. В общем, технически сложнее. Но, в принципе, это не проблема, потому что нам только с ядрами нужно работать. Угу. Нас ничего другое не интересует, упаковка ДНК, это же все ну, про да. ядро. А имеет смысл, конечно, смотреть именно из мозговой ткани. Ну, конечно. Потому что там активность генов-то... Да, можно брать культуры клеток. Есть вот всякие модели, такие культуры, моделирующие ну, самые, шизофрению. Как, господи, органоиды да, там. Да, да. Вот, вот да? Если вы поговорите со специалистами, вот поговорили как раз со специалистами, которые шизофренией занимаются, они нам сказали, что в этих культурах вы там увидите одно, а в реальных а в реальной жизни совсем пациентах другое. Там совсем другое, вообще нет смысла это все сравнивать. Вот. Ну, пока получается, вот мы сейчас первый эксперимент такие пилотные сделали, вроде как все хорошо работает, но пока вот каких-то результатов таких нету, еще тут рано говорить, и нам нужно, наверное, действительно там десятки образцов mm-hmm. сделать, чтобы, потому что, опять же, тут гетерогенность есть, mm-hmm. все вот эти проблемы, прежде чем что-то мы сможем показать. Ну, вот надеюсь, что результатом нашей деятельности будут какие-то места, в которых вот в аутизме или в шизофрении, мы сейчас на шизофрении в основном концентрируемся, что вот будут какие-то повышенные частоты по сравнению с контролем или пониженные частоты. И можно этом, будет нащупать что-то. Да, сможем какие-то, по крайней мере, интересные места найти, на которые можно будет в дальнейшем другими методами mm-hmm. посмотреть, что-то проверить, там, что про работу mm-hmm. генов. Потому что сейчас мы даже не знаем, мы же не можем все... там вот эти 108 или сколько, весь геном, ну, мы можем да. пройти все там 20 тысяч генов, изучить подробно. Нам нужно хотя бы, не знаю... Ну, кусочек. Даже если да, наше исследование не даст ответов на все вопросы, если мы хотя бы сможем дать там набор из, не знаю, 10 генов для других групп, угу. Вот, как бы, вот эти вот фонари, под которыми угу. они смогут искать дальше, другие эксперименты делать, это будет уже, мне кажется, очень хорошо. Вот, так что наша такая задача минимум — это вот сказать, ну, где искать. Успехов вам! Ну вот. Так что, наверное, такие у нас планы на ближайшие годы. То есть это все на этом слайде, то, что в мире вообще сейчас да. сделано, получено. Да, это вот такие выводы. Вот поломки в геноме, угу. найдены мутации. Да, угу. Ну, их не очень много найдено, но, наверное, чем больше времени будет проходить, тем больше угу. там будут еще более большие эти когорты, что-то еще новое будет появляться. Активность генов тоже измерена, да, вот это уровень транскрипции и в норме психических расстройств. Какие-то там отличия находят единичные, но, опять же, никто не знает механизмы, как это реально связано. Вот, карта упаковки хромосом есть, но она есть только для здорового мозга. Но это тоже хорошо, потому что даже на основе этой карты все равно можно связывать гены с поломками, да, пусть и в здоровом мозге, но вот... Мы знаем, кто с кем контактировал. Что будет, если сломается вот да, это? Хотя бы вот да. если вот что-то мы видим, какую-то поломку, mm-hmm. да, in the middle of nowhere, непонятно где, мы вот по карте можем проследить, с каким геном она контактировала, mm-hmm. и хотя бы уже какую-то гипотезу построить. Понятно, что это все вилами на воде писано, и у больных, может быть, там и нет никаких отличий в контактах в этом месте. Нужно все это посмотреть. Ну, вот предварительные. Предварительные вот эти исследования... Здоровым. Почему мы начали этой темой заниматься? Потому что эти предварительные исследования на здоровом мозге, они как раз говорят о том, что упаковка может быть связана с поломками. И вот угу. через, даже через здоровую карту, используя угу. как такой вот предварительный такой угу. Прокси да, того, что может в больном мозге происходить, все равно можно какие-то связи проследить. И это интересно и, наверное, перспективно. Вот. Кроме того, при аутизме есть три места в геноме, для которых четко показана связь упаковки угу. с развитием заболевания. Пусть это всего три примера, но они хорошо изучены. Это тоже вот, достаточно оптимистично. Успехов вот вам! В постскриптуме я хотела, чтобы мы сейчас назвали имя такого человека. Это как бы, ну, если не гуру, то, по крайней мере... автор пионерских, теоретических, что важно, исследований в области упаковки ДНК, и вы знаете, о ком я говорю, это Леонид Мирный, профессор Мирный, который заведует лабораторией в Массачусетском технологическом институте, у него вы стажировались. Да, я его знаю очень давно. У вас совместная работа, я видела, наверное, одна, ну, в общем, я нашла одну вашу совместную работу 2016 года. Сейчас, вот последний, я недавно просто с ним разговаривала, он сейчас, вот вы переключились на конкретику с психическими заболеваниями, угу. он вовлечен, его лаборатория, в изучение канцерогенеза и тоже через призму упаковки. Вы сейчас как-то с ним сотрудничаете или у вас задачи разные?
стороны, и вы разошлись совершенно в интересах научных. Мы с ним очень тесно сотрудничаем. Вот сейчас заявку сейчас на грант написали совместно. Не знаю, правда, поддержат или нет, но вот и в планы такие есть. Несмотря на то, что у вас области как бы прикладные разные сейчас. Все равно. У нас есть совместный проект с ним. Мы вот упаковку хромосом у рыб изучаем. Его группа вместе с моей группой, с группой Михаила Сергеевича Гельфанда. Вот такая тройная коллаборация. Да. Нам, в принципе, с ним есть смысл коллаборировать, хотя он тоже теоретик, и мы теоретики, но мы немножко разные теоретики. Вот, я хотела спросить, кстати, вот подходы у вас различаются, да? У нас совсем вот разные подходы, они, наверное, комплементарные. Несмотря на то, что вы там стажировались, у вас все равно свой подход. Ну, я куда-то и стажировалась, поехала, чтобы научиться немножко их подходам, хотя у нас вот немножко разные. Я объясню, почему разные, потому что... Мы на это вот смотрим с точки зрения вот этих карт, и весь анализ данных, который мы делаем, он весь вот в логике этих карт, как бы, вот таблиц с вероятностями контактов, если хотите. А Леонид, он немножко другим занимается. Он именно вот такую трехмерную, всегда пытается восстановить трехмерную картину упаковки. Но там вот работа модель. 2009 года, это же его, собственно, самая цитируемая работа. Пионер, да. Он делал анализ данных вот в этой работе. Вот эта вот карта HIC, да, по-моему? HIC это называется, метод. Да, там вот с Леонидом работает вместе Йоб Деккер, это изобретатель метода HIC, но он прям мокрый вот экспериментатор, он именно экспериментальную процедуру изобрел, а Леонид, он анализом занимается. Вот. Ну вот я говорю, у нас просто подходы немножко разные, он всегда вот моделированием трехмерной упаковки, каких-то механизмов. Но он все-таки он физик. Да, его интересует физическая вот картина, и какие-то там полимерные модели, вот именно как это вот с точки зрения полимерной физики можно механизм формирования клубочков, вот этих тадов, топологических доменов, как можно себе представить, как вот именно можно вот динамики, формирование, распаковку, упаковку на разных уровнях, да, вот, вот клубочки, там какие-то иерархические, разные структуры. Его вот это интересует. А мы, ну, мы же не физики, мы в эту полимерную историю не лезем, мы более так по-рабоче-крестьянски. Но сейчас как-то настолько все смыкается, переплетается, уже трудно выделить чистого биолога, чистого физика уже не. А смысла нет, гораздо проще нам с ним коллаборировать. Конечно. Вот мы там свою часть анализа данных сделаем, он нам полимерные модели сделает, да, кто-то нам еще эксперимент сделает, ну, теперь мы эксперимент сами можем делать. Ну, ну так, сейчас вообще в биологии очень мало таких работ, которые бы чисто в рамках одной группы делались. Все стараются все-таки коллаборировать. Ну да, такая серьезная наука, она действительно... Потому что иначе невозможно, будешь просто десятки лет этим заниматься, если все сам. Надо такое разделение труда делать. Кто-то в одном специализируется, кто-то в другом, кто-то в третьем. Спасибо большое, Катя. Приходите к нам в эту программу уже с результатами новыми и с новыми идеями. Спасибо вам. Спасибо.